В современном спорте, в современном арворестлинге многие из вас пробуют, экспериментируют, что-то получается, что-то не получается. Лаборатория арворестлинга под эгидой Мазуренко, Игоря Мазуренко, то бишь меня, давно уже перестала экспериментировать по поводу разного спортивного инвентаря. Мы уже практически создали все, что необходимо для каждого руководства. Итак, перед вами ручка, конусная ручка Игоря Мазуренко, Мазуренко Промоушен, Мазуренко Эквипмент и конструкция для того, чтобы эту ручку замонтировать. И я вам покажу, как выполняется упражнение с помощью этой ручки. Итак, многие из вас имеют разную структуру руки, а прежде всего силу. И силу этого мизинного пальца и безымянного. Как тренировать, чтобы увеличить силовой потенциал в этих двух пальцах? Для этого служит наша ручка. Правильное выполнение упражнения с конусной ручкой. Если мы видим, что ручка у нас закреплена на тросу, делать некую линию, то ваша рука до ручки, относительно ручки, делает угол где-то приблизительно 120 градусов. И упражнение выполняется следующим образом. То есть мы выполняем на маленький палец, практически можно сказать, что вот этот палец, указательный и средний, он не работает. Работает только мизинец и безымянный палец. Этим же пальцем нужно придерживать, то бишь, стабилизировать движение и не дать, естественно, чтобы наша рука пошла не ту сторону, тем самым травмировал кисть или пальцы. То есть упражнение выполняется вот так. Не советую вам делать это упражнение вот так, как часто из вас другие стараются это выполнять. Эта ручка не для этого. Эта ручка именно для того, чтобы усилить силовой потенциал в этих двух пальцах. Еще раз повторяю и показываю. Ручка на тросу или в одну линию, наша рука относительно ручки под углом 120 градусов и выполняя движение, как бы подкручивая на себя двумя пальцами. Я это сделаю на правую руку, чтобы вам было видно. Берем вот так и подкручиваем на себя. Тем самым усилием напряжение на мизинец и безымянный палец. Этот указательный практически, он только здесь находится для того, чтобы стабилизировать это движение. Он не напрягается. Вот так. Очень эффективное движение и упражнение для спортсменов, которые борются в крюк. И необходимо сильные пальцы. Всего хорошего и приглашаем вас на наши новые эксперименты.